Канаше возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия «Чистый город», депутата районного собрания. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей он неправомерно направлял на расчеты с тремя контрагентами возглавляемого предприятия, осуществлявшими вывоз твердых бытовых отходов в городе Канаше. При этом в январе-феврале прошлого года он создал такие условия для двух указанных контрагентов, что те, получая частичную оплату услуг по вывозу мусора, были вынуждены отказаться от исполнения договорных обязательств. В итоге единственным предприятием стал ООО «Дорсельстрой», учредителем которого и был сам подозреваемый. Если вина будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы.